Не могу передать, как я доволен вами, мистер Гаррет. Я просто не подберу для этого нужных слов. Но, возможно, Виктория поможет мне в этом деле. Она куда более красноречива. Да, мы оба очень довольны. Виктория? Даже несмотря на то, что глаз с дефектом. Что? Боюсь, Виктория права, мистер Гаррет. Я не хотел бы показаться неблагодарным, но глаз, который вы принесли, совершенно слеп. Это просто кусок камня, то, что вы и просили. Вы собираетесь мне заплатить или нет? Ну, разумеется. Виктория, ты готова выдать мистеру Гаррету его... компенсацию? Поклонись древесному богу и отдай ему свой глаз из плоти, чтобы его глаз из камня прозрел, глупый человечишка. И тогда повелевает он елям петь ему гимны и превращает древесный бог плоть их в камень. Ты думал, что те древние строки были выдумкой, простыми звуками, глупый человечишка? Посмотри на меня, ибо я древесный бог Трикстер из легенды. Если ты жаждешь, тварь из плоти, пей от меня. Если ты голоден, напитайся, ибо я творю мед и ягоды. Он тот лист, что кормит созданий из плоти. Даже тех, что зовут себя строителями и подняли молоты против него. Мой бедный мистер Гаррет, тебе бы, увы, не суждено узреть растущую славу его. Твое жертвоприношение еще не закончено. Моя сирень и мой чертополог должны питаться, а я... И тогда встает он в покрытой зеленью и гнилью утробе. И споро вершит свой суд над плачущими в корчах глупцами. Плясали мы в радости и ликовании. И плясал с нами древесный бог ногами обманутого человечешки глупца. Вздымались бури с громким весельем, тьма с устрашающим мраком, пламя с жадностью резвой. И наплясавшись, кормили мы унылого обманутого человеческого глупца прожорливости их за наше благодарение. Последний фрагмент манускрипта еще нет. Сюда? Смотри, мы идем верно. Здесь? Да. С тех пор, как ты оставил нас, ты был подобен камню, катящимся с горы. Теперь обрати внимание на этот примечательный момент. Это последний раз, когда можно изменить баланс. Они идут. Что? Подождите. Трикстер не простит тебя за то, что ты сделал нечто, чего не смог сделать он сам. Как и ты, я знаю, не простишь нас. Хранители. Похоже, мне лучше пошевелиться, иначе из-за тех тварей, кем бы они ни были, пропадет впустую очень хороший шанс на спасение. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Вор, золотое издание. Итак, друзья, судя по ролику, короче, Константин нас предал. То есть Константин — это тот самый, короче, злостный бог, древесный, или как он, бог природы, или, не знаю, вот Трикстер, короче, вот, которого, про которого мы читали с вами, про которого говорили всякие писания во время игры, вот. И Константин этим Трикстером оказался. Только я не понял, Виктория кто такая? Виктория — это просто какой-то... Как его правая рука, что ли, только я не знаю, как ее там называют, вот. Ну, в принципе, короче, нас предали и выкололи нам глаз, я так понял, да? Выкололи глаз Гаррету, вот. И нас нашли хранители, и теперь нам нужно сбежать. Судя по всему, мы находимся с вами в доме Константина. Потому что мы же, в принципе, к нему приходили постоянно, типа, там, докладывали о задании, там, и туда, и сюда, когда меч, короче, вот, и все это ДТП. Вот.
Короче, у нас миссия побег. Вы написали в комментах, что мне осталось всего где-то 2-3 миссии, но они будут очень сложные, вот. Поэтому будем, короче, с вами пыхтеть, пытаться пройти. Итак, побег. Слушайте, эксперт, верни свое снаряжение. Окей, мы с вами без снаряжения, получается. Константин не стал бы втягивать тебя в это дело, если бы у него не было своих далеко идущих планов насчет глаза. Неплохо бы узнать, что это за планы. Еще и узнавать, что это за планы. Офигеть. Раненый, без глаза, короче, считай, инвалид, без снаряжения. И еще и узнавать, короче, что за планы. Сбежать и все. Если хочешь остаться в живых, надо уносить отсюда ноги. Окей, вот другой разговор. Так. Меч Константина. А, у нас меч Константина все-таки есть. У нас меч Константина все-таки остался. И, в принципе, нам ничего не купить, смотри. Ну, в принципе, понятно, да, то, что мы с вами в заключении, где-то хрен знает где находимся, и нас, нам не у кого ничего купить. Вот меч на Константина у нас только есть. Так, окей. Карта. Да, это особня Константина, да. Я все-таки был прав. Окей, первый этаж. Ну давай начнем миссию, короче. Итак, в самом здании Константина мы уже были. В принципе, мы представляем, что, да как и здесь, где находится. Так, а где вот только мы находимся с вами. Место, местечко, в принципе, знакомое. Окей, стрелы, дубинка. О! Так, получается, у нас есть с вами... Так, а какие стрелы я взял? А, две стрелы с веревкой, хорошо. Дубинка. Окей. Ну, я предполагаю на то, что здесь можно будет убивать. Не написано же никого, типа, не убивай, и т.д. и т.п. Вот так. Мне это место... Ой, божечки. Место это мне, в принципе, напоминает то, что здесь, по-моему, была вот эта дверь закрыта. А мы приходили тогда вот отсюда. Так, а, у нас ни отмычек, ничего нет. Окей. А вот эта дверь была закрыта, мы не смогли. Вы еще в комментах писали, что эта дверь еще пригодится нам. Мы еще сюда вернемся. Собственно, мы и вернулись. В неприятных, правда, обстоятельствах. Но мы вернулись. Что за треск? Так, а куда? Тихо. Человек-обезьян? Чего там было? Человек-обезьян? Так, ну, судя по всему, вторая лестница выводит с той стороны. Не написано, что мне нужно что-то красть. Мне нужно что-то... Мне просто нужно сбежать. Что она там чавкает? Что это такое дымится сверху? Ой, что так рванул-то? Там еще какая-то хрень ходит. Ой, да тут не одна. Тут целая армия. Так, надо валить. Тут меня не увидели. Ай-яй-яй-яй, сейчас меня заметят и все. Не дергайся, там никого, понятно? Бляха! О! Ни хрена себе ваншотит! Это хрень ваншотит. Так, это я все взял. Это хрень ваншотит. Что это за хрень? Похоже на богомола. Это человек-богомол? Челомол? Или... Боговек. Так, мне надо, короче, я сейчас вон туда хочу. О, тихо, это что? Маховая стрела. Ну-ка. Так, сюда. Быстро. А наверх я не забраться, да? Так.
Попробовать их повырубать, я не знаю. Так, хорошо. Обезьяна одна готова. Сюда ее. Уже попроще. Ждем вторую, короче. Судя по всему, здесь нельзя. Вонючка. Судя по всему, здесь нельзя спешить. Хорошо. Фу, что ж ты так резко-то повернулась? Человек, ты посмотри, какой он урод. Жесть. Так, хорошо. С этим вроде как бы справились. Это что, это фрукт? А, это типа аптечка, хорошо. Кто-то еще шагает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, еще идет. Куда он идет? Там выглядит. Та собака. Ага. Так, мне эти не потушить. Ой, бляха, еще и пауки. Охренеть, живности. Бляха это. Ай-яй-яй, я очень громко, бляха, иду. Хорошо, она меня не услышала. Так, надо ее убрать. Надо ее убрать, чтобы никто не заметил. Я просто не знаю траекторию здесь ходящих. Видал, что творится просто. Так, давай-ка в ту же дыру их. Три обезьяны. Три макаки. Так, я хочу здесь посмотреть еще. А. Понятно. Здесь еще богомол где-то. Он там чавкает так. А, он там застрял, что ли? Он, пускай он там застрял. Так, а я смогу... Погоди, стрела с веревкой. Я смогу выстрелить вот в эту вот штуку, короче. Вот так вот. Да, отлично. Я хочу вот ту штуку попробовать взять как-то. Залезь. Ой. Что это за звук? Так, хорошо. Еще и какое-то золотишко взяли. Обычные стрелы хорошо, шумовая стрела хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это неплохо. Вот это неплохо набрал. Газовая мина, две штуки. Обычная мина. Хорошо. Еще вспышка. Бляха, хорошо, шикарно. Так, надо вот эту штуку взять. Мне так подсказывает, мне что-то подсказывает, что это, знаешь что? Что это? Так. Что это газовая стрела, так я и думал, да. Хорошо, мне бы вот сейчас еще стрелу свою забрать. Так, хорошо. А если я спрыгну, я не разобьюсь? Надо сохраниться и попробовать. Хорошо. Вот богомола бы как-то вырубить. Тихо, там кто-то есть, что ли? Богомола бы как-то вырубить. Блёха, в самом начале просто столько времени. Еще можно попробовать вот туда залезть. Как вариант. Так, ладно, где моя веревка, стрела? Тихо. Ай. Так, хорошо. Стрелу бы как-то забрать. Отлично. Выкрутился как-то и забрал. А туда я не перепрыгну, бляха. Вот так, хорошо. Отлично, водяная стрела, я уже смогу. Смогу что-то хотя бы потушить один раз. Надо с умом это все
использовать так отлично. Водяные стрелы я вижу. Хорошо, надо забрать. Так, я меч, короче, уберу, потому что побыстрее двигаться. Так, шикарно. Три водяные стрелы, это хорошо. Так, по-моему, здесь был этот паук. Еще водяная стрела, хорошо. Так, а пауки ничем не пуляются? Я забыл. Ай! Да блеха, Гаррет. Ах ты, падла, кусанул меня. Ой, он еще и прыгает. Блеха живой. Блеха, понять бы, как он это замахивается. Он так низко, короче, мне по нему не попасть. Он так низко, мне по нему не попасть. Так, дай-ка я стрелой попробую. Где ты, падла? Тихо. Рано, рано, рано я взял стрелу. Стрелу. Да блеха, опять... Что ты будешь делать? Так, где? Они, короче, вроде как умирают с первого удара, когда они нас не видят. Так, мне главное сейчас ровненько попасть надо. Раз. Два-с. Блеха, убежал, падла. Ну ладно, я ему урона нанес. Так, стрелу водяную я заберу. Урончика нанес. Так, а здесь это моя стрела пропала, да, которую я промазал? Походу, здесь не один. Ой, ёпти мать! Он походу, оббежал, короче, это, стороной. Тихо, 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 тихо. Где ты, говна кусок? Падла, убежал. Смотри, я, наверное, могу еще наверх забраться, нет? Ай-яй-яй, смотри какой, ай-яй-яй, смотри какой. А, вот... Бляха! Собака убежал. Так, я стрелу опять просрал. Ой, их тут теперь два. Ой, их тут теперь два. У меня две стрелы всего. Хотя бы кого-то. Бляха! Вот это жесть. Я застрял! Вот так, наверное... Так будет попроще, чем замахиваться. Ты куда побежал, сыкло? На тебе подсрачник. Так, а минус один, хорошо, одного загасил. Второй убежал. Так, я смогу запрыгнуть? А не допрыгнуть. Не-не-не. Просто я думаю, может, там что-то лежит. Нет, я не допрыгнул. Ладно. Не будем херней маяться. Давай, где ты там? На тебе. Бляха, третий! Ну, судя по всему, он, короче, это покоцанный, потому что убегает от меня. Так я там был? Что это? Тихо, 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 жрачка. Хорошо. Нет, я здесь не был. Хорошо, водяные стрелы. Водяные стрелы набираем. Пригодятся. Я думаю, очень пригодятся водяные стрелы. Так, иди сюда. Все хорошо. Я заблудился, если честно. Я пошел, я хотел как-нибудь так вот по порядочку как-нибудь так идти. Но видишь, как-то... Ёпти мать, а! А вот это жесть. Здесь не только
Обезьяны с богомолами. Здесь еще и эти огненные элементали. Бляха! Иди сюда. На. Сдохни, падла! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Где вода? Вода, вода! Раз. Ты смотри! Нахер беги! Что их так много? Охренеть. Да, чувствую, мы здесь поботеем с вами, поботеем. Так. Ну-кась. Я здесь... Туда я пока не... Опа, огненная стрела, вот что пропустил. Надо повнимательней, бляха, ты смотри. Ты смотри, сколько там народу. Надо повнимательней быть, короче. Здесь лежат всякие стрелы, всякие штуки. Так, окей. Мы с вами начали отсюда. Бляха, на одном месте топчемся. Ладно. Так, окей, здесь мы взяли воду. Потом мы пошли сюда. И вот ты не знаешь, что более выгодно использовать. Бляха, вот эти туннели, непонятно. Здесь наверх, там... Та-та-та-та-та. Так, тихо. Пока он жопой ко мне. Отлично. Надо, короче, пару раз ударил, отбежал. Пару раз ударил, отбежал. Так, я вот здесь не был, получается. Здесь, смотри, маховая стрела. Леха, куда спрыгнул? Не пропустить бы что-нибудь здесь. Тихо, тихо, тихо. Так, окей. Стопэ. У меня есть газовая стрела. Ну-ка. Делаем следующее. Яха. Нет, я загружусь. Потому что это не дело. Это не дело. Ждем, короче. Пока не будут вместе. Идеально. Бляха, это что такое? Там вылезло? Что это было сейчас там? Что-то еще. Это кто? Лягушки? Что может сделать мне лягушка? Блях, они взрываются! Так, а маховой стрелой я лягушку смогу? Леха. Ну, короче. Тихо. Так, есть что, лежит что? Тихо. Я туда наверх как-то. Леха, вот эти лягушки. Так, ну-ка. Запрыгнет она сюда, нет? Окей. Так, нам не надо туда забраться как-то. Так, стрела с веревкой. Надо как-то выстрелить. А, что я туплю? Я сейчас вот так вот выстрелю. Чтобы забрать потом, да? Да. Так. Бляха, залазь быстрее, пока лягушка не взорвалась. Так. Стрелу я заберу. Буду пытаться экономным быть. Это что?
Газовая стрела, хорошо. Одну истратили, вторую компенсировали. Так, окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь даже ой-ой-ой-ой, что интересно. Так, стрела с веревкой, хорошо. Стрела с веревкой, хорошо. Это что? Звезду, предписанную, нарисуй. Поставь вехи глаз. Глаз покажет силы, меченные лучи. Ставь веху рождения, веху листвы, веху ветра, веху огня, веху потока, веху камня, веху тьмы. Поставь вехи на лучики звезды. Да. Точнехонько. Чего? Точнехонько поставь. В середину положи глаз, кровью жалких людишек напоенный. Он увидит вехи твои и путь кровавый в истинный мир. Жесть. Веха каждый прорастет стихи силами, цветами средоточия утробы хаоса глаз окрасит. И да, последуют они за глазом в мир людишек ненавистных. Глаза, видения, собери в узел единый, объедини величия образы, открой глаз широко, чтобы увидел он мир. Мир по зову кровавому, мир вехами рассвеченный, мир хаосом воскормленный. Обрати картины мира нового по образу увиденному. Я еще что-то в информацию. Нормальная информация, только я ничего не понял, короче. Так я ничего не понял, короче, что он там пытается сделать. Пытался сделать, короче. Пытается сделать. Ну, судя по всему, короче, все равно. Короче, апокалипсис. Короче, да, Армагеддон, апокалипсис, короче, вот это все. Вот это вот все он пытается сделать, короче. Ага! Бляха. Печально, 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 ну ладно. Они все равно ваншотят почти все. Поэтому смысла, короче, тут что-то экономить хп нет. Так, окей, надо куда-то двигаться. Мне надо как-то выбраться из поместья теперь живым. Понять бы, куда идти, бляха. Так, я вроде здесь был. Да, я отсюда пришел, это начало самое. Вроде такое ощущение, знаешь, как будто топчемся на месте, а... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Топчемся на месте, а вроде как бы и задание, да, выполнили. В зубы получил. Так, о, бляха! Так, пару раз ударил. Отошел. Бляха! Знаешь, что надо было сделать? Подождать, пока он отвернется. Подождать, пока он отвернется и, короче, шипануть его. Бляха. Да на. Как тебе такое? Отлично. Все-таки получилось. Все-таки я его заковырял мечом. Так, здесь я был или не был? Так, судя по трупам, я здесь был. Окей, там элементаль. Так, 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 водяная стрела. Оп. А почему, как меня подсвечивать-то, я не понимаю. Я в темноте стою. Так, хорошо, ладно. Быстро, аккуратно, с веревкой, с веревкой, с веревкой. Быстро! Ну-ка, раз! Быстро, 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 быстро наверх, опа! Давай, нет никого! Ёпти. Что ты так пугаешь? Я поймаю тебя.
Так, есть что-нибудь? Вход какой-нибудь? Хорошо. Отлично. Отлично. Стрела с веревкой, шумовая стрела. А шумовой стрел... О, 10 штук таких стрел. Хорошо. Нет! Фух. А, это грибы, я думал, это тарелки. Так, обычные стрелы. Обычными стрелами я смогу кого-то там загасить, хотя бы, не знаю, хотя бы одну макаку. Хера он. Я также шмыгаю, когда у меня насморк. Я попал в нее? На. Она. Она. Готово, хорошо. Так. Нужно. Выходите вы сюда-то. Бляха, их слишком много вообще. Элементаль летит. Не успел подлететь, уже там впуляется. Где ты? Падла. Человечье мясо с мечом. Охренеть там народу просто. Эй, а он... Помощь. Богомол. Уже сюда идет. Так, где вы там? Ой! Ой! А богомол-то мухами пуляется. Так, тихо. Здесь труп. Я в курсе. Окей, сейчас я тебя... Тац! Тац! Давай еще раз! Стой! Падла. Обезьяна ссаная. Там уже мухами он наплевал. Бляха! Ну где вы, падлы? Где вы? Так, окей, ладно, друзья, у меня видос подошел к концу, вот. Поэтому, давайте вот здесь сохранимся, вот здесь в убежище, да, с вами. Вот. И продолжим в следующей серии. Вот, нам нужно будет убежать отсюда, попытаться. Я думаю, это будет не так просто. Вот. Нужно будет пробираться через эти все, через всю эту армию Трикстера. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делитесь с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.